Привет, друзья! Так как прошлое видео про дешевую еду из фикс-прайса вам очень понравилось и вы просили продолжение, то сегодня мы снова попытаемся понять, какую еду следует, а какую еду лучше не покупать в этом магазине. Свинина кусковая. Написано, что сделана по ГОСТу. Производитель Старкова. Масса банки 525 грамм. Свинина это сделана в желе. В составе действительно свинина. Также есть еще вода. Загуститель здесь каррагинан. Есть кое-какие специи еще. Свинина тушеная стоит 99 рублей. Изготовлена в Московской области, город Раменское. Тушенка хоть и не очень дорогая, но тем не менее здесь есть ключ, при помощи которого открывать эту банку будет гораздо удобнее. Пахнет эта тушенка как-то не особо приятно. Нет вот того мясного запаха, когда ешь вот действительно качественную, настоящую кусковую тушенку. Здесь даже кусков я каких-то особых не наблюдаю. Такое ощущение, что эта тушенка сделана из каких-то отходов. На дне банки мы еще видим остатки жира. Жира здесь приличное количество. Да, конечно же, сразу видно, что эта тушенка не кусковая. В общем, нас обманывают. Кусочков мяса здесь нету. И действительно, вот как я и подумал сначала, что здесь какие-то отходы, так оно и есть. Кусочки мяса здесь попадаются, но они очень-очень маленькие. Запах этой тушенки неприятный, попробовал на вкус, и вкус тоже меня особо не впечатлил. Я думаю, что мясо здесь, наверное, процентов 10, а все остальное это жир и так называемое желе с водой. Поэтому мое мнение, что эта тушенка даже на 100 рублей не тянет. В общем, нас нагло обманывают, продавая такую тушенку. Максимальная цена этой тушенки рублей 50, да и то покупать не стоит, потому что здесь один жир. В общем, ничего полезного совершенно нету. Дальневосточный салат из морской капусты. Масса баночки 220 грамм, а масса основного продукта 174 грамма. Видимо, 50 грамм это здесь, скорее всего, что какое-то масло. 50 грамм это заливка, которая состоит из уксуса и воды. Масло растительное тоже есть, но его здесь немного. Также есть еще кое-какие специи. Салат из морской капусты, стоимость 27 рублей 50 копеек. Изготовлен в городе Калининград. Визуально заметно, что салат этот очень-очень жиденький. Я такого салата из морской капусты никогда еще не встречал, чтобы было такое огромное количество жидкости. Обычно в таких салатах жидкости гораздо меньше. Тут вон ее какое огромное количество. Все прям в воде плавает. Попробовал. Сама морская капуста вроде бы и неплохая. Но вот этот вот лук, он какой-то очень жесткий. Такое ощущение, что это не лук, а кожура от лука, она совершенно не жуется. Все-таки считаю, чем покупать вот такую за 27 рублей капусту, лучше купить, пускай даже рублей за 50, но чтобы там была действительно капуста, она будет гораздо вкуснее. Здесь все равно такой вкус водянистый, и лук вот этот несъедобный, поэтому, в общем, даже просто есть ее неприятно. Я бы такую капусту больше не купил. Арахис жареный соленый со вкусом сыра чеддер. Настоящего сыра здесь, конечно же, нету, есть ароматизатор. Стоимость арахиса 27 рублей 50 копеек. Изготовлено в Московской области, город Домодедово. Попадаются иногда и подгоревшие орешки, но в целом хорошо пожаренных орехов гораздо больше. Хотя арахис это и не орех, это бобы. Но все равно все привыкли называть арахис орехами. Попробовал, по вкусу арахис замечательный. Ну конечно же сразу же чувствуется, что сыр этот не настоящий, хотя вот и вкус чеддер здесь присутствует. Еще мне понравилось то, что соли здесь немного, с солью не переборщили. Могу с уверенностью сказать, что этих денег этот арахис стоит. Филе индейка по-домашнему. Производитель Старкова. Основным компонентом в составе является действительно мясо индейки. Также есть соевый соус. Еще добавили усилитель вкуса и аромата. Видимо, эта индейка была совсем невкусная. Хоть это и консервы, но тем не менее еще и консерванта напихали сюда. Состав, в общем, не очень хороший. Масса баночки 250 грамм. Мясо индейки стоит 77 рублей. Сразу же, что бросается в глаза, это наличие большого количества жидкости. Я думаю, что если делать действительно индейку по-домашнему, в домашних условиях, то такого количества жидкости не будет. А если это соевый соус, как было написано в составе, то почему-то он очень светлый. Такое ощущение, что соевый соус этот разбавили водой. Действительно, похоже, что это настоящие кусочки мяса. Попробовал, и вот этот вот бульончик, это совсем не соевый соус. Может быть какие-то есть тут далекие-далекие оттенки соевого соуса. Я думаю, что скорее всего что-то просто вода. Попробовал и само вот это мясо, и оно мне совершенно не понравилось. Не знаю, либо оно было испорчено, и потом его закрутили, и вот какой-то такой не очень приятный вкус. Либо, может быть, его как-то так вот приготовили, что, в общем, как-то невкусно получилось. Я считаю, что все-таки 77 рублей это не такая уж маленькая сумма. На эти деньги можно купить какую-нибудь котлету, скажем. А здесь вот за эти деньги ты купишь вот эту вот еду, которая совершенно невкусная и несъедобная. Еще огромный минус в том, что во вкусе чувствуется наличие какого-то вот железа. Скорее всего, что от этой банки вот это вот мясо еще напитало какой-то железистый вкус и вообще, в общем, неприятно есть. Это кукурузные чипсы, копченый бекон. Производитель Миссион.
Они должны быть без пальмового масла. Состав здесь очень-очень длинный, и он не полностью натуральный. Много всяких добавок нехороших. Масса этой упаковки 30 грамм. Кукурузные чипсы стоят 11 рублей. Чипсы не все идеальной формы, очень много разломанных чипсов. По своей структуре они, как чипсы начос, имеют треугольную форму. Попробуй на вкус. Попробовал. Чипсы неплохие, но только что вот бекон здесь очень-очень слабо ощущается. В составе было написано, что здесь присутствует ароматизатор бекона. То есть от настоящего бекона здесь ничего нету. Ну и, видимо, этого ароматизатора добавили немного. Но, в принципе, и хорошо. То есть я вот думаю, что такого вот количества вполне достаточно. И мне кажется, что вот если даже купить более дорогие чипсы, то они будут немногим лучше. Ну, может быть, только что форма будет у них у всех более такая, менее нормальная. Шпроты из кильки и хамсы подкопченой. Килька, не разделанная в масле. Состав вполне обычный для шпротов. Здесь вроде бы ничего не написано ненатурального, но тем не менее, так как это рыба копченая, то непонятно, каким образом ее коптили, натуральным способом или просто жидкий дым добавили. Скорее всего, что просто дым добавили, да и все. Масса баночки 150 грамм, а рыбы здесь всего лишь половина, 80 грамм. Шпроты «Фортуна Крыма», стоимость 29 рублей 50 копеек. Изготовлено в Республике Крым, город Симферополь. Выглядят эти шпроты, конечно, очень ужасно. Да и к тому же здесь очень много жидкости. Это причем не какое-то масло, вот как в обычных шпротах, они в масле идут. А здесь масло, смешанное с водой. Картина, конечно, совершенно неаппетитная. В общем, даже когда увидишь такие шпроты, есть их какое-то желание не возникает. Да и сама рыбка здесь очень мелкая, она не разделанная. То есть со всеми внутренностями придется это все кушать. Конечно же, не самый лучший, в общем, вариант для шпротов. Попробовал одну рыбинку и понял, что не только лишь один вид здесь несъедобный. Сама вот эта вот рыба, она тоже не очень-то и съедобная. Потому что есть такая вот небольшая горчинка во вкусе. Это говорит о том, что, скорее всего, что эта рыба была не свежая. Поэтому, возможно, что ее и пустили на шпроты, чтобы какие-то посторонние запахи убрать. Но, тем не менее, все равно вот эта вот горчинка, она осталась. Мое мнение, что эти шпроты не стоят своих денег, по сути дела это деньги на ветер, и если вот эти шпроты даже съесть, то можно нанести вред здоровью, потому что я думаю, что если рыба была просроченная, то здесь, в общем, полезного совершенно ничего не осталось, а как раз наоборот. В фикс-прайсе продаются очень дешевые чипсы Лейс. Я думал, может быть, это какая-то просрочка, но дата изготовления свеженькая, в общем, по идее чипсы должны быть нормальные, но только что масса небольшая, 20 грамм. Состав здесь вполне обычный, картошка здесь натуральная, ну и вот эти вот ароматические добавки. Они, конечно же, не 100% натуральные. Чипсы Лейс стоят 19 рублей 60 копеек. Изготовлено в Московской области, город Кашира. Вот такое количество чипсов содержалось в пакетике. И все чипсы выглядят хорошо, даже не поломанные, обломков практически нету. Отличные чипсы и упаковка небольшая, поэтому их и не переешь. Года три назад такая упаковка в фикс-прайсе стоила 13 рублей, сейчас уже почти 20. Цены, конечно же, растут, но тем не менее, качество на достойном уровне. Они не подгоревшие, хорошо все приготовлено и очень вкусные. Круассан Чипикао с кремом какао. Масса круассана 60 грамм. Этот круассан еще содержит вкладыш сюрприз. Круассан этот сделан с применением маргарина, а маргарин сделан из пальмового масла, которое очень-очень не любят сейчас. Также есть консервант. И в креме какао тоже есть масло растительное пальмовое. В общем, пальмового масла в этот круассан не пожалели. Круассан с кремом стоит 27 рублей 50 копеек. Адрес производства — город Санкт-Петербург. Вот такой вкладыш находился внутри. Сам по себе этот круассан немножечко сплющенный. Крема, как мы видим, здесь не супер гигантское количество. Попробовал. Не сказал бы, что этот круассан какой-то невкусный или супер вкусный. Среднее качество. Если, например, купить круассан в какой-нибудь кулинарии, то он будет, конечно, гораздо вкуснее. Но и стоит он будет тоже раза в три, наверное, дороже. Поэтому я думаю, что для своей цены качество вполне достойное. Селедка тихоокеанская, натуральная. Масса 245 грамм. Изготовитель — Доброфлот. По своему опыту знаю, что Доброфлот делает довольно-таки неплохие консервы. Сельдь натуральная, стоимость 55 рублей. Но здесь меня смутила цена, что всего лишь 55 рублей, тогда как в том же, например, Магните или Пятерочке такая селедка стоит рублей где-то 80, я думаю. Поэтому, возможно, что была какая-то партия некачественной рыбы и сделали недорогую какую-то селедку. Но сейчас мы это проверим. Изготовлено в Приморском крае, город Находка. Сейчас посмотрим, что же за селедка находится внутри, много ли здесь жидкости. Ну, как мне кажется, жидкости здесь многовато. Обычно бывает, купишь Доброфлот, и там жидкости гораздо меньше. В составе вроде не написано, что здесь было масло добавлено, но вот этот вот бульончик, он очень-очень жирный.
По внешнему виду кусочки селедки смотрятся нормально. Попробовал, и по вкусу чувствуется, что эта селедка была не самого высокого качества. Конечно же, качество этой селедки гораздо выше, чем вот какой-то другой производитель продает какую-нибудь дешевую селедку. Там вообще каша, и совершенно есть невозможно. В данном случае она все-таки съедобная. Но, конечно же, бывает и вкуснее. По 5-бальной шкале я бы оценил эту селедку на 3 балла, потому что все-таки качество хотелось бы гораздо лучше. Это питчи классические. Упаковка весит 320 грамм. Печенье сдобное и сделано по ГОСТу. В этом печенье присутствует маргарин. В целом состав неплохой и вот для такого вида выпечки вполне обычный. Печенье сдобное, стоимость 55 рублей. Изготовлено печенье в городе Волгоград. Внешнее печенье смотрится очень аппетитно, красивая форма. Посмотрим, что будет внутри. Чувствуется, что печенье очень-очень рассыпчатое. Попробовал. Печенье в меру сладкое, но очень-очень рассыпчатое. Кушать такое печенье приятно, и я думаю, с чаем будет вообще отлично. В общем, в фикс-прайсе можно найти хорошую выпечку. Gorilla Energy Drink. Как уже понятно по названию, это энергетический напиток. Состав напитка не очень длинный, основным компонентом является вода, а также вкусоароматическая основа. Еще добавили различные витамины, лимонная кислота, ну и, наверное, для бодрости кофеин. Объем бутылки небольшой, всего лишь 275 мл. Энергетический напиток, стоимость 27 рублей 50 копеек. Адрес производства: Московская область, город Мытищи. Напиток этот газированный, и по цвету он чем-то напоминает яблочный сок. Но аромат у него какой-то сладковатый. Сейчас попробую на вкус. По запаху-то он сладковатый, а вот по вкусу он кисленький. И даже чем-то, как вот мне показалось, он немножечко напоминает лимонад под названием Дюшес. Хотя, по-моему, груши тут никакой в составе не было. В общем, по вкусу неплохо. Я думаю, что кто любит кисленькое, тому такой вкус понравится. Ну а кто кислое не любит, тому, соответственно, лучше его не покупать. Друзья, подписывайтесь на мой второй канал «Сочные идеи», ссылка в описании. А также пишите в комментариях, какую еду мне еще продегустировать. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!